Че, ребятушки, попрем проверять. Просверлил, короче, до 25-й лунки. Вот, сходил за налимчиком. Вот, сейчас проверяем. Так. Так, никого тут нет. И чебак дохленький. Так, ладно, значит, сейчас достанем ёршика. Блин, так надо перчатку снять. Карифоны, вы все живые? Вам, походу, надо было сейчас водички дарить. Слоночки-то. Так. Отживёшь? Отживёшь, надеюсь. Все. Погнали, ребятули. Срочно нам надо идти дальше. Фух. Оп. Сейчас проверю эти. Возле бура буду. И чай буду пить. Так, никого. Никого. А живок есть? Живок зацепился за льдину. Ты кто? Дохлый чебак. Так, чебак дохлый. Давай, ершуля. Иди сюда, красавчик. Так. Иди работай, красавчик. Так, пойдем дальше. Опа. Так, дальше крючок. Оп. Никого. Ребята, ёршик живой. Отпускаем. Так. Так. Погнали дальше. Ну, налим есть, и ладно. Не попадется так, не попадется. Ничего страшного, мы же не на продажу, а для себя. Для нас уже удовольствие выделено, насколько это возможно. Так, живой чебак. Чебак живой, друзья. Отпускаем. Дальше пошли. Смотрим дальше. Так, 19-я лунка. Зацепился за что-то. Так, просто крючком. Так, здесь что? Здесь ёрш отдубел. Ёрш отдубел. Так, берем другого ёршика. Где у нас? А, колючие такие. Ты чё, хвостом примешь, что ли? Точно хвостом. Некоторые ерши хвостами примерзли, блин. Сейчас придется мне их высыпать и резко воды долить. Свеженькой. Чтоб не было обледеневшие борты в ведре. Ой. Одному, конечно же, фигово. Один бы сейчас кто-нибудь шел бурил. Другой бы чисто занимался вытаскиванием. Так, никого. Нет, кто-то есть. Щука. Щука, друзья, ну может уйти. Опа, хорошенькая щучка. Ребятки, килограмма, наверное, полтора. Ну попалась она вот. Чуть не ушла, короче. У нее губа разнохраченная, друзья. Вот, видали, какая щука. Вымотанная. Ну, это хорошо, что попалось нам. Рыбёха-то. Видите, какая щука. По сравнению с налимом.
Вот. Видите, ну полторушка. Здесь она где-то в глине заморалась, друзья. Но это классно. Мы ставим, друзья, вот такой лайк, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии и продолжаем смотреть мою рекламу.